давать. Всі у світі добре розуміють, що насправді означатиме така спроба анексії. Вона означатиме не те, на що сподіваються в Кремлі. Окупант уничтожает везде, на захваченной территории, любые основы для жизни. Экономику, социальную сферу, культуру. Ценой того, что один человек в России хочет продолжать эту войну, будет то, что все российское общество останется без нормальной экономики, без достойной жизни, без уважения к каким-либо человеческим ценностям. Но чтобы это остановить, придется остановить того одного в России, кто хочет войны больше, чем жизни, вашей жизни, граждане России.